Представься, пожалуйста. Ирина Пустовалова. Расскажи, ты говоришь, что ты боишься давать интервью. Почему? Да, я боюсь давать интервью, потому что я, наверное, не слишком раскрепощенный человек. Ну, если это можно так сказать, комплимент. Нормально. За кого голосуешь сегодня? Коронец. Мне очень нравится Коронец. Я за него голосую. А где же женская солидарность, ракета? Почему нет? Ну, не знаю, мне больше мужчины нравятся. Ладно, расскажи, если тебе понравится парень на дискотеке, что ты будешь делать? Это вообще секретно. Я не знаю, я буду ему улыбаться, наверное. Ну, возможно, я его угощу каким-нибудь коктейлем. Это все реально. Ладно, скажи, как ты думаешь, стул на трех ножках – это устойчивая фигня или нет? Главное, чтобы дизайнер был устойчивый, и тогда стул будет в порядке. Кому-нибудь хочешь передать привет? Я хочу передать привет маме, папе и Максиму. Спасибо большое.